Да, Так, всем привет, ребята, это камбэк. начинаем с этого. И С этого. Пришлось так играть, иначе план не да, реализуется. и у нас план с каменную стенку выстроить. Так, ну все, повели мы короля. Так, Артем, слон на F7 надо, да? Да, Да. слон на F7. Так, погоди, король на H7. Хорошо, я помню, помню. Ну, пока, ну... F5 пойдет, а что делать? Решетом. Ну, плевать на это, продолжать. Слон G7. И все, король упакован. Ну там просто ЖФ, если чё. Отлично, поехали. Ой, мат два хода. Где мат два хода? Ферзь H5. И где мат? Ой, прошу прощения. Ну Все все нормально. нормально, король чувствует себя в безопасности. Да, именно в нем тебя чувствую. Я, конечно, сказал бы, что он в другом месте себя чувствует, но... Так, ну нет же угроз. Зачем менять ферзей? Поменяем ферзей, пока не поздно. В общем, ладно, Георгий, мы пытались изо всех сил исполнить этот великолепный план, но, к сожалению. Но сейчас-то же ты легко выиграешь, Никит. Да, абсолютно же отличная позиция у черного. Ну а чё, чё плохого? Ну, посмотрим, если будет все совсем легко, еще что-нибудь отдам. Но я не думаю, что будет все совсем легко. Есть, знаешь, какая идея? Слон... Ладно, Да... поверь слона на E8. Это будет отложенный план Перелыгина. Отложенный план Перелыгина. А, я придумал, еще коня на G8 можно поставить. Для пущей защиты. А чё, всё держится? Враг не пройдет. На e6 только не стоит девать. Да, я вижу. Так, ну это вроде без угроз. Ну, как-то конем сейчас отскочит и... И что? Ну, где-нибудь там будет... А6 очень важный ход. Без него не обойтись в этой позиции. Нет, ну, с другой стороны, хотим слона поймать. Ай. Вот видишь? Придавил на Е6. Ладно, защитили. Почему не e5? Ну, Стоп, можно еще одного коня привести на g6. И... пешка на Е6 мешает нам во всех вариантах с маневрами. Ладно, придется коня развивать, без этого никак. Надо было, знаешь, как, Никит, надо было слон... Ну, вот видишь, что-то он плывет уже, нет? Наверное. Нет, видимо, это была жертва. Я понял. Ну, слон g8. Хорошо. Да ладно, это пока непонятно, что он зевнул. Он сам решил в камбэк поиграть. Да. Он понял, что против него играет камбэк. Знаешь, есть какая интересная идея? Ну ладно, уже нету. Ладно, мы продолжаем уплотняться. Ну конечно. Ладьи по HG поставить. Нет, я предлагаю вот этот маневр Каспарова. Что это за маневр? Ну, как в этом, как в Шевенингене. Или в Схевенингене, кому как больше нравится. Кому как больше нравится, кстати. Без разницы вообще абсолютно. Ты знаешь, что это? Ты удивлен? Что такое Ну, Схевенинген? схема. Нет, это город в Голландии. Ну и еще и варан Сицилианкина. Двойной ударчик. Ладья f3 приходится играть. Наверное. Но ладья f3 есть какой-то... Ну да, какой-то размен. Не наши две пешки заладил, борьба в самом разгаре. Ну да. Ну, e5, e5. Нет, мы уплотнимся. Вся партия проходит под девизом плотности. Только плотность. Не зевнул, но есть еще один необычайно красивый размен. Да. Ты начинаешь понимать, что к чему, Кирилл. Нет, я понял то, что это безнадежно. Ладно, добавим время. Зачем ты это сделал? Служил. Еще на меня черт. Ладья f3. Ладья f3, судья ладья h3. Нет, плотно. Коня надо на H8, на G6. Судей конь F4, Еще кстати. что-то на меня гонит постоянно, то, что я время добавляю соперникам. Ты добавляешь в безнадежных позициях обычно. Кому? У кого? Всем, кому добавлял. Что вы делаете, Ой, ребята? да, это я чуть-чуть. В безнадежной позиции
У кого? У меня? Да. По-моему, у меня нормальная позиция была. С Александром нет. Ну, конь f6, конь f4. С Евгением тоже. Да, у тебя вообще не бывает нормальных позиций. Скоро будет, битва. А, кстати, ладья g2. Не проходит. Размен. Ну, заманчиво, конечно. Ладно, это идейно хотя бы. Отдаем фигуру. Идейно отдать фигуру. Соответственно, это вообще выигран. Король-то легко не проходит из-за этой пешки. Ладно, заманиваю на h4 сначала. Потом поведем ладью в тыл. Через f1. Да. А если. А он не сможет все удержать, потому что пешка слишком выдвинута. То есть ему придется либо там отдавать, либо там отдавать. Как тонко это было сыграно. Да нет, я просто на ходу придумываю оправдание своим ходам. Так, вылетел у меня звук, ребята. Интернет есть. Артём, а меня слышно? Да. Я помолчу пару секунд до окончания партии. Хорошо. Вся надежда на тебя тогда. Сюда. c4 выманиваешь? Нет, не получилось. Я пытался. Ай-яй-яй. Технично. Ну зачем отдавать? Отдавать пешку за слона, когда можно... Целого слона. Целого ферзя, да, и целого слона, и ферзя, и все. В общем, зрители, хотел бы подготовить, что в следующем выпуске будет улучшенный план Перелыгина.